Друзья, всем привет! Только что вышло видео на канале про Aquarium Life, где я рассказывал подробности об этом аквариуме, и я в нем сказал то, что я хочу забрать отсюда немного роталы и пересадить в аквариум на 140 литров, потому что уже здесь растениям самим не хватает света. Как видите, лимонник тут уже вообще полностью закрыт от света. Сейчас подрежу отсюда примерно 15-20 корешков и пересадим в аквариум на 140 литров. На задний план. Есть там у меня одно место, где нет растений. Там рос раньше анубис, но он продался у меня. В общем, сейчас попробую подрезать 15-20 корешков. Взял я вот такие ножницы обычные, кухонные. Вот такие. Сейчас подрежем самые крупненькие ветки и пересадим. Делаю это вот так вот. Просто берем. Вот это уже загнулся вниз почему-то. Не знаю почему. И подрезаем самые большие веточки в аквариум на 140 литров. Ну вот так даже стало намного лучше. Смотрите, сколько света сразу стало. Заметно, наверное, на видео даже. Сейчас уберусь маленько на поверхности. Здесь плавают кусочки растений, резка, и пойдем в аквариум на 140 литров сажать эту роталу. Так, друзья, вот столько у меня ее получилось. В общем, сейчас поделим ее на три кучки примерно одинаковых. Вот давайте вот так разложим. Такие маленькие я сажать не буду. Так, 2, 3, 4. 5. Давайте по 5 штук, наверное. Так. Здесь большая такая, двойная даже. Так, это попало другое растение. Так. Вот так, наверное, это сделаем здесь, потому что много ее наросло. Веточки такие разделенные. И вот третья кучка будет вот такая. 2 и 3. Вот три кучки посадим, наверное, рядом. А посадим, сейчас покажу, куда. Так, а посадим мы ее вот сюда, за вот эту коряшку мангровую, на задний план. Там растет маленький анубис небольшой. Я его продавал, как я говорил в видео. В общем, сейчас я посажу вот за эту коряшку и покажу, что у меня получилось. Ну вот, в общем, ребята, высадил я роталу на задний план. Вот она как раз будет расти за корягой. Фильтр пришлось остановить, потому что здесь пузырьки, ничего не видно было бы. Вот так она будет расти. Будем смотреть, как она здесь приживется, даст ли красный цвет, который сейчас у нее. Всем спасибо за просмотр, всем пока.